Привет, народ! Сегодня получил вот такую большую посылочку. Второй раз в жизни получаю посылку с такой вот открывашечкой необычной. И как мы видим, посылочка, видать, попала где-то в воду, что ли, ее все вот так вот вспучило немножко. Оп, даже камеру задел. Так, здесь у нас должны быть наушники. Проложили пупыркой, необычно. Обычно GearBest не прокладывает никакую пупырку такую, да? А просто кладет в пакетик и присылает. Значит, наушники у нас компания Eros. Моделька H651. Белого цвета. Ну, коробочка, кстати, не пострадала из-за того, что ехала в такой хорошей упаковке. Так. Есть. Ну, давайте смотреть сами наушники. Я так понимаю, что это конкурент тем же. Ну, прикольно. Сейчас мы с этим совсем разберемся. Больше ничего в коробке нету. Все надписи, как мы видим, полностью на китайском языке. Вот, кстати, характеристики, если кому интересно. Вот. И сайт производителя aigo.com. Значит, все лежит в такой бархатной какой-то пластике. И, как я понимаю, из-за него... О, так они еще и на стяжках. Смотрите, наушники. Первый раз вижу, чтобы наушники висели, были прикреплены на стяжках. Так, мне понадобятся кусачки. И вообще какая-то комплектация такая... Получается, у нас есть наушники. А, все, нашел инструкции. Есть, значит, инструкция на полностью китайском языке. Есть еще одна инструкция, тоже полностью на китайском языке. И есть гарантийный талон. Наушники 2014 года. Долго же, долго-долго они лежали, пока я их купил. Вот. Так, это нам все не надо. Вот такой клеенчатый пакетик. Ну, в общем-то, от влаги, наверное, должен защитить. Так, так, так. Как же мне их вскрыть-то? Возьмем, попробуем ножичек. Опа. И сделаем вот так вот. Есть. И второй. Есть. Ножичек нам больше не нужен. И из-за того, что вот эта штука такая как бархатная, наушники все, смотрите, какой-то грязи. То есть надо их будет подтирать. Значит, конкуренты тем же, как же они там назывались-то, Meizu HD50, наверное, или каким-нибудь Xiaomi. И те у меня были. Так что сейчас попробую сравнить. Но то, что они все грязные, это, конечно, минус. Амбушюрки. Такой. Я бы сказал, что твердые скорее, чем средней твердости. Ну, в общем, такие амбушюрки у нас. Из кожзама. Или как? Не кожзама. Эко-кожи. Так, значит... Вот это обод у нас тоже весь мягенький. Сверху кожаный. Написано Eros. Очень туго, но надо сейчас будет попробовать на голову одеть и посмотреть уже, насколько они тугие, или может быть все нормально. Выдвигаются таким вот образом. Ну, сделано, слушайте, качественно. То есть, ну, не знаю, не такая прям китайская хрень, которая... Кстати, и ценник у них, в общем-то, хороший. Еще они могут складываться вот таким образом. И можно будет их убирать как раз в этот пакетик. Так, оплетка у нас, кстати, кабель без пульта. Оплеточка у нас идет по всему проводу, то есть тканевая. Вот, и сам штекер трехпиновый. И вот это у нас железо. Давайте сейчас я послушаю их и, наверное, расскажу вам,
Как они мне понравились, не понравились. Кстати, это, как я понимаю, мы можем вот так вот сложить часть провода и защипнуть вот этой штучкой. Итак, мои опасения, то, что давит сильно на уши, не оправдались. Давит вполне достаточно. И, кстати, очень хорошая шумоизоляция. То, что грязь вот эта всякая, она оттирается. Надо немножко, ну, в общем, нужна мокрая губка, и это все ототрется. Но это уже как бы минус большой. То есть, ну, как можно продавать товар, который вот в таком виде, да? Больше пока никаких косяков я не нашел. Все остальное металлическое, меня это очень радует. То, что нету пульта, мне это тоже нравится, потому что я хотел использовать данные наушники с компьютером. Вот. Ну и так как у меня теперь есть шумометр, я могу попробовать замерить громкость максимальную. Ну, как мы видим, 90 децибел. Так, давайте какую-нибудь другую музыку выберем, чтобы проверить. Так, жанр. Так. Ну, давайте рок. Сейчас музыка разыграется. Какой-то плавный рок. Так, где-то у нас здесь была альтернатива. Вот давайте с альтернативой. Ну, в общем, как мы видим, до 92 дБ, 93 дБ, на полной громкости 95 дБ. Ну, в общем, наушники, кстати, из-за, например, своей очень хорошей шумоизоляции, они вполне достойно звучат. Вот, так что, если вдруг вам нужны наушники без пульта, вполне неплохой выбор, были других цветов еще, так что были вроде и черные, так что ссылочка будет под видео. Пока они мне нравятся, нравится то, что все провода в оплеточке, то, что они складываются, то, что они кожаные, ну, и железные. Да. Пока меня все устраивает, я бы им поставил, ну, 4 с плюсом. Как бы вот этот небольшой минус за то, что они пришли в таком вот непрезентабельном виде. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу и до скорых встреч!